Так, прием. Алло, здравствуйте. С вами вновь Денис. Мы продолжаем проходить Half-Life Blue Shift. Все присаживайтесь поудобнее. Мы приступим. Так, а в прошлый раз мы были здесь. Так, вот мне интересно, можно ли пропечатать оружие? Импульс, да, по-моему. 101. Ну да. Можно. И это хорошо. Так. Потому что я особо париться не хочу. Тут, в принципе, мы скоро игру пройдем. Я, наверное, буду во всех Half-Life так делать, чтобы мы быстрее пробежали сюжетку. Это первый Half-Life, по-моему, довольно-таки. Ну, там тоже можно на патроны прописать именно. Я не хочу часто париться. Так, а вот эта хрень. Сучка. Она на гранаты работает, на эту пидораску. Ладно. Я ничего не вижу, честно. Куда идти? Куда бродить? Ай, блядь. Больно. Двигай жопой, двигай жопой, двигай жопой, и вот так. Так. Блять, что с фонарем? Почему у него дальности никакой, как будто детский фонарик в руках? Дальше непонятно куда, да? Да блять! Нафиг идите! Бесите! Я ничего не вижу из этого фонаря. Уровни какие-то говняные сделаны. Тупик. Зашибись. Я еще не знаю, хочу попробовать пройти старую версию Alliance versus Predator. Тоже довольно страшная, неоцененная игра. Так, подожди, а куда нам? Сдриснись. Так. А куда нам топать? Под воду, что ли, топать? Тоже как бы высоко. Ой. Ай, подождите. Можно временно я гад пропишу? Я, походу, не туда проплыл. А нахрена тогда? Не надо было тогда выныривать?
Меня дезориентировали. Так, подожди. А куда тогда вопрос? Так, подожди-ка. Ну, если зона загрузки, то да, нам, скорее всего, сюда. Да, подожди-ка. Оу. Понятно, вниз, надо дождаться, пока вверх двигается. Вау! Я не... Прекрасно. Ну... Еще и ждать. Капец, все как медленно, а. Твою мать. Нет, до туда он не долетит. Воу, в смысле? В смысле? Это дождаться нужно? Разве? Нет, до того он не долетает, физически не долетает. Подожди. Стоп, ты хочешь сказать, что мне на этот, что ли, прыгать? А, он не долетит физически до него. Нифига. Тебя обратно к тому приплыл, да ёпта твою мать. Так, хорошо. А куда? Он же ТТО уже не допрыгнет же. Подожди, почти получилось или мне показалось? Смысл? Ля. Ебать, тут логичные решения. Воу. Твою мать. Ха-ха, Вортигон. Приятно было полетать. Так, подожди. Сюда, что ли? Да, блядь! Он же не двигается. Вы издеваетесь? В смысле? Ты чё за дичь? Это ж ты хочешь сказать? Да нет. А нафига было бы тогда делать такую шляпу? Не, я же говорю, шляпа была бы просто полная. Всё, ты понялся? Как вы застали, а? Сдохните уже. Сколько уже по этому миру двигаться-то надо, а? Двигаешься как Соник, блядь, честно. Ой, я помню тут
нет. Да ёб твою мать, слишком рано. То слишком поздно, то слишком рано. Блять. Я чуть не въебался. Да, в смысле? Этот пидор перед моими ногами все уничтожит. Серьезно, это то ёбище? Что делать? Да, куда ты? Прекрасно. Я же знаю, что... Чего? А, вот. Блять, я теперь к той прийти? Ну, зашибись, что сказать. Да блин. Может, ты будешь что-то делать сегодня, Шеп? Что делать? А, точно? Нам точно сюда? Блять, а куда? Стоп, подожди. Твою мать! Да бляха-муха, ты перезарядишься или нет сегодня? Где вторая шляпа? Что, вныривать туда, что ли, в эту херню? Я уже все забыл. Да сдохни, блядь. А как вынырнуть? Воу. Блять, а как вынырнуть из этой шляпы? Да. И зачем я это делаю? Заебись, я еще сдох. Шикарно. Да блять. Блять, вот этот глюк, блять, непонятно с чем. Блять, ты съебешься, нет? В смысле я завис? С какой залупы я завис, блин? Бесит. Да блять. И куда мне прыгать, по-вашему? Вопрос, куда? Туда прыгать? Стоп. Блять, ебланские качели это называется. Да блять, ну... Заебись. А ну, а если я пропишу гад и прыгну прям точно... Блять, наконец-то. А... Вопрос, а куда дальше? Стоп, в натуре, а куда дальше? Подняться как на эту хи... Ёб твою мать, тут ты не поднимешься, блядь, как-нибудь правильно, ёбаный в рот. Старые, блядь, тупые игры, я манал.
И как мне на ту сторону пробраться, вопрос? Вопрос, конечно, хорош. Только ответ нам не понравился, да? Да. Скучный. Да блять. Прыгни ты нормально. Ебануться. Да ты серьезно? Мне стенка мешает или чем мне мешает? Прекрасно. Ага. И что тут делать? Дождаться, по-моему. Так, подожди. А как тут? Попробуем. Отлично. Твою мать, это же жесткие твари вообще. Японский бог. Да блять. Сдохни. Ебанулся. Ой, подожди. Кто меня ебашит? Эй, вы, блядь. Стоп, подожди, а чё Ноклип? Ноклип прописал, блин. Это они вход завалили? Подожди. Да, блядь. Уёбище. Ты стоять можешь, нет? Сука, блядь. Сколько ждать? Не пойму, что-то нужно включить или нет. Стоп, подожди-ка.
чё так долго? А чё мы не так делаем? Вопрос. Может, разъебашить надо? Но это хотя маловероятно. Нет. Что за глюк? Игра, что с тобой? Объясни, пожалуйста. Объяснишь? Стоп, а нам не к точке входа надо свалить? А почему они тогда об этом нам не говорят? Может, реально это я туплю? В плане старых игр. Только вопрос, а почему я смогу обратно завалиться? А куда завалиться, вопрос? Стоп, а я куда завалиться-то смогу? Откуда мы пришли? Разве отсюда? Ой. Тут, кажется, вообще все плохо. Как и здесь. Блять! А куда? Ебать, аж сюда, серьезно? Стоп. А куда эта залупа ведет? Допустим. Чё, блядь? В смысле? Просто наверх идет, разве нет? Или куда? Подожди, верхушка же была только одна. И чё за прикол? Сколько ждать?
И чё? Стоп. Ну завалило, а чё это дало? Да. Чё-то я ничего не пойму. Дождаться, что ли, или чё? А чего дождаться? Я не пойму, чего дожидаться. Кого-то, может, я на уровне не убил, на этом уровне. Игра подумала, что я кикнулся, серьезно? И чё? Что за глюки? А есть тут автосохранение, допустим? Чего? А еще сохранение есть? Еще раньше. Вот. Это то сохранение, где мы еще не дали этот. Да? Правильно? Хорошо. А, понятно. Ну, допустим, давайте сделаем новое сохранение. Чё за глюк? Это эти правильные координаты вообще? Или как? Ну, допустим, давайте временно завалим всех. Подожди. Ну, завалим ноклипом. Допустим. Так. Где эта тварь последняя? Ну сдохни, да? Блять. Так, подожди. Кнопки подключи. И гад тоже отключи. А, и сколько ждать? Чего мы вообще ждем? Вопрос. Где-то сохранение. Focal point. Чего мы ждем, вы правда? Чё за глюк? Уже почти финал игры.
Да ёпрасы ты. По-моему, нам надо выбираться. Вопрос только как? Так, допустим. А какая еще есть? Какой еще вариант есть нам выбраться? Подожди. Две дырки. Вот. Блин, ну там опять эта яма. Блять, я опять не заметил этот ебучий проход. Стоп. А дальше? Ой. Подожди, вот мы, допустим, вынырнули. Стоп. Это уже тупики. Блять, в натуре тупики. Бляха-муха, а куда нам идти-то? Подожди, а если не этот проход, то какой? А куда выбираться? Стоп, а это не... Блять, остановись, блять, игра. Какой-то пиздец случился. Это случайно не телепорт? Нет? Это нифига не телепорт, да? Блять, а где тогда проход? Пиздец какой-то. Реально какой-то пиздец.
если ебануться. Чё так долго все работает? Да блин! Блять, ну хули ты на месте стоишь, еблан тупой? Бесит, блять, на ровном месте застревает. Ебануться. А как разъебать? Он же не разъебывается ни хера. И чё? Блять, серьезно? Это на камне не было похоже? Вы серьезно? Подожди. Ебать тупость, реально. Поехали. Куда? Валим нахуй отсюда. Какие же нелогичные действия я тут понял вообще. А нафиг идите. Оу. Куда это прыгнуть-то, блядь? Погнали опять ваши задницы спасать. Блин, я те камни реально не заметил. Давай, мужик, благодар. Старые генераторы, которые обеспечивали эту лабораторию. Там ты должен найти то, что мы ищем. Когда ты найдешь новый элемент питания, убедись в том, что он заряжен. Отправь его сюда бензовым лифтом. Удачи. Бля, я и забыл. То нам еще придется этим дерьмом заниматься. Ладно.
кого-то съели. Ну, понятное дело, это будет закрыто. Так. Справился практически. Подожди, а куда валить-то? Чего? В смысле? А, солдафоны сейчас припрутся, да? Стоп, или они заваривают? Или отваривают? Взял. Чего? Что за фигня? Блять! Разобраться, как с этими лифтами разобраться. Чего? Ты здесь регулируется, что ли? Не, что-то бегать с лифтами. Кошмар. Так. Так. Да, блядь. Сука, в смысле, ты с каких патронов не умираешь, мразь? Power string. Скорее всего, нам пока что не сюда. Так, ладно.
Так, подожди. Ты что, надо попытаться вызвать сюда ее? Чё, не вариант? Пиздец какой-то. Реально пиздец. А это куда ведет? Откуда я знаю пароль? Такой вопрос, нафига нам сюда? Ладно. Блин, серьезно? А откуда я знаю, как нам это все активировать? Пиздец. Чего? Лестница? Чтобы на ту сторону попасть, что ли, в натуре? Ну ладно. О-о-о, подожди. Вызвать мы не можем. Или можем, подожди. По-моему, не можем. Блин, я помню, с этой запара будет, с этой головоломкой. Блин, я реально уже не помню. Чё? Да, блядь! Вызовись! Чего? Так мы что-то вернулись. Вопрос, нафига? Пипец какой-то просто. Бегаем по 100 локаций. Вопрос нафига? Ответ непонятно. Я ничего не могу понять. Мы не можем ничего с ними активировать. Ничего. Нигде. В Караганде, блин. Что нам делать? И это мы ничего не можем делать. Ну вот. Где? Как мы пройдем? Эти же банки никак не выстроятся. Как? Как мы это пройдем? Вопрос. Я забыл. Я реально забыл, что тут делать.
банки не выстроишь никак. Какой же я идиот. Я забыл, банки дают реакцию. Блять. Твою мать, сколько вас тут? Всех убил. Мясо захотела, сучка. Ты не дождешься мяска, тварюга. Так, лифт куда-то ведет. Что я сделал? Ага. Теперь банки подвинуть, чтобы вернуться на ту сторону, да? Гениально. Так. И чё, как банки выстроить надо? Падай. Допустим. Короче, как-то в рядочек надо выстроить, да? А четвертый как? Так, что ли? Да, блядь. Ну, в рядочек получается как-то так должно получиться. Так, а как теперь нам залить? Погнали, допустим. Так, что это даст? Получилось? Да, получилось. Ну, блять, блять. Мешайте мне, суки. Воу. Воу.
там будет чит. Дай. Не знаю, кто такой Далалон. Но это явно не мой кумир, это Далалон. Мужики! А, вы в артигонтов валили. Сорян. Ты сука. Пошел в жопу, мана. Так, стоп, подожди. Серьезно? И куда это мы выстроим всю эту херню? Блять. Вопрос, куда эта дичь ведет? Чё? Лестница? Я с лестницы должен был по баночкам долбануть сюда. Ладно. В смысле, блядь? Как это все криво работает? Все через одно место. Я не пойму, сюда нам. Не сюда. Ничего не понятно, вот честно. Тут что-то активировать. Запускается эта хрень. Ну, окей. А, понятно, как это все работает. Хм. Я сюда перепрыгну, нет? А, перепрыгну. Так, ну давайте в теории проверим, могу ли я по бочкам. Что это значит? И чё, короче, поебать. Честно. Ух, мать твою. Дай мне силу. Бляха-муха. Ой, короче, бесит меня эта вся система. Не буду я особо париться, меня это уже заколебало. Думаю, так ни хрена не продвинемся в продвижении. Так, а куда это ведет? Подожди. Мы наверху не были, да, по-моему? Как же долго. Когда я говорю долго, это реально долго. Чего? Очень сильно ранен. Когда ты зарядишь ее, используй систему настройки.
ставки в этой комнате. Да, мужик, ты поднялся. Чё, подожди, ее сначала зарядить нужно, типа, да? Да, ее сначала нужно зарядить. Батарею. Блять, куда ты пошла? Теперь ее нужно отнести, ляха-муха. Ну, так, подожди, а где кнопка? Теперь вам нужно валить. Да. Подожди, откуда мы пришли? Отсюда? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Лоханулись. А как? Все, понял. Едем. Ты сделал это. Мы уже начали настраивать устройство с новым элементом питания. Однако на этот раз все будет намного сложнее. Мне нужно, чтобы ты помог мне в главном зале. Поспешим. Времени мало. Ну да. Времени для заканчивания стрима мало. Так. Это... Какая у нас была? Leap of Fate? Или нет? Долго будет еще что-то тут мутить. Хорошо, я останусь здесь и буду следить за показателями системы и управлять процессом. А ты должен пробраться в зал управления и включить питание. Когда процесс начнется, ты будешь должен открывать затворы каждый раз, когда система будет заряжаться для того, чтобы открыть поле перемещения. Волноваться не о чем, я тебе сообщу, когда и что нужно будет делать. Давай, мужик. Бегом в зал управления. Да не ори ты. Я понял, что в зал управления надо идти. Так, подожди. System Pressure, это не то? Где ты? Нужно, чтобы ты отправился вниз и достал другой элемент питания. Отлично. После того, как система будет запущена, для фокусировки интерполяционных катушек потребуется совсем немного времени. Ой, нет, показатели не доступны.
охлаждение удивлено. Видит главный пост под напором, где даже не давление. Бегом! Система может перегреться. Смысл? Сейчас не время для игр. Хорошо, поворачивай. Не трудите охотно. Ждем. Готов. Готов. Почти. Отправить. Окей. Система полностью заряжена. Нажмите включен. Я начну заряжать систему для следующей телепортации. Ну. Так и делаем, мужик. По факту. Вы снова достигли полного уровня. Открывай поле. Следующий Симмонс. Симмонс, убить тебя. Ну да. Симмонс. Собираюсь пройти следующим. Но не волнуйтесь, я установил систему на автоматическую остановку зарядки, как только я пройду. Жди, пока уровни снова достигнут максимальной зарядки и открывай поле. Угу. Теперь он похерачит, да? Готов. Давай, мужик. Удачи. А нас тут уже ждать будет. С распростертыми руками, мужик. Мы их тоже ждем. С распростертыми руками. Валим. Теперь нам пора валить. Чё, блядь? В смысле? Наблюдается резонансное смещение, и я... произошедший в последний момент мог застать тебя там. Тогда бы ты попал в бесконечный гармонический рефлюкс. Но раз ты здесь, то тебе повезло. Как и нам. С
Спасибо тебе за то, что у нас получилось реализовать эту безумную идею. Мы сделали это. Так, вы смотрите, ребят. В общем, вот и прошли мы Half-Life Blue Shift. Просто чувак спасал ученых, выбрался сам. Вот. Самое интересное, он Гордона не встретил. Почему? Не знаю. Как они с Барни познакомились, видимо, нам это не показали. Конец. По факту. The end. Ну не знаю, тут почему-то игра вроде как стопорится. До менюшки она не выходит. По-моему. А нет, выходит. Ну, в общем... Спасибо, ребят, что смотрели. Это Blue Shift. Он спасся с учеными Барни. А Барни мы уже увидим во второй части Half-Life. Дополнение мы прошли. Оригинал Half-Life нам еще прилично проходить. Ну, дольше, чем дополнение. Второй Half-Life я подумаю. Потом начать или не начать. Ну, скорее всего, мы начнем, но, может быть, я на Half-Life сделаю паузу. Ну а с вами был Kazuko Family, ребятушки. Всем до новых встреч, всем до скорого, всем удачи, всем пока-пока.